Всем привет! Это Лига Смеха, и это вторая игра второго этапа. Первую игру этого этапа мы посвятили великим политикам, тем, кто в разные времена менял ход истории. В результате не повезло команде «Фазерс» из Полтавы. Вторая игра посвящена великим комикам, и вновь наши тандемы превращаются в трио. Я так и знала. Хайфа, Израиль, Гарик Бирче и Мистер Бин. Ветераны космических войск. Киев, Остер, Прилуки. Стас Баглан и Юрий Никулин. Та-та-та-та. Каменское. Сергей Сивоха и Луи де Фюнес. Сборная Кременчуга. Евгений Кошевой и Джим Керри. Наш формат. Каменец Подольский. Юрий Ткач и Джеки Чан. Днепр. Тренер Джокер. Тарапунька и Штепсель. Лига смеха и великие комики. Добро пожаловать на игру. Лига чемпионов и проигравших, лига где чужие, ты где все наши, лига знатоков, лига, ты все танцуют, лига апперкотов. Лига поцелуя! А если кто не въехал? Это лига смеха! Лига смеха! Как лекарство для души! Лига смеха! Смех нам пробивает жизнь! Лига смеха! Лучшая на свете! Лига! Добрый день, дорогие друзья! Мы – это Лига Смеха! А когда я говорю «мы», я имею в виду всех. И вас, уважаемые болельщики! И у вас, уважаемые зрители и телезрители по ту сторону экрана. Мы – это Лига Смеха! Ура! У нас сегодня замечательная игра, вторая игра второго этапа нашего юбилейного пятого сезона Лиги Смеха. На сцене замечательная вторая шестерка команд этого этапа. Впереди потрясающая постоянная первая шестерка уважаемых членов жюри. И пустое пока место Джокера. Давайте дадим этому всему имена под ваши, естественно, аплодисменты. Сегодня играют. Я так и знала. Хайфа, Израиль. Тренер Гарик Бирча. Наш формат. Каменец Подольский. И Юрий Ткач. Ну, я уже начинаю привыкать к этому названию. Итак, команда «Та-та-та-та». Каменское и Сергей Сивоха. От ветерана Сивоха переходим к другим ветеранам. Ветераны космических войск. И Стас Баклан. Сборная Кременчуга и Евгений Кошевой. И, наконец, команда «Днепр». И тренер Джокер. А мне показалось, или мы забыли представить королеву жюри? Эту несравненную, замечательную, великолепную певицу. Да-да, Володя. Ольга, я не знаю, потому что, может быть, ты сегодня, потому что, так сказать... Я вообще в красном. Ты красивая, ты в коже сегодня. Я не заметил маленький кусочек красной кожи. И наша великолепная Оля Полякова. Это же тренер-чемпион. А сейчас узнаем, кто же сегодня у нас Джокер. Друзья, открываем экран. По традиции перед вами на экране видеоролик, где уважаемые члены жюри описывают Джокера. Затем всем залом мы его угадываем. Договорились? Внимание на экран. Мне кажется, этот человек любит высокую моду. Вот
Чем выше эта мода, тем ему как бы и дух захватывает. Ну, я с ним познакомился на танцах с зірками, але він ніфіга танцювати не вміє. Значит, он молодой папа. Свет озарил мою больную душу. Почему-то я подумал, что это петушок на палочке. Сладенький, вкусненький, чуть-чуть пьяненький такой. Молодой муж. Из-за этого человека я дома паркет поменял на мраморный пол. Молодой продюсер, старый ведущий. Классический такой. Что-то такое отдаленное, как эхо какое-то, что-то такое, вот, тамада, свадьбы там. Ну что, кто? А еще варианты? Нет вариантов, кроме Горбунова? С вами становится скучно. Юра Горбунов, тренер Джокер. Соскучились? Ваши области. Ребята, сходитесь, уважаемые члены жюри. Вот и полный состав потрясающих талантливых людей. Вам тоже мы аплодируем. Можем начинать, ребята. Вам удачи. Слава Украине!